Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня обзор первого заказа из пятого каталога Oriflame. Впервые за всю историю у меня в заказе всего 5 продуктов на 152 балла. Я вам сейчас покажу эти продукты, потому что решила все-таки записать видео, потому что один продукт из новинок, и я думаю, что многим будет интересно о нем узнать, тем более что я его как раз немножечко уже потестировала, и у меня сложилось свое впечатление. Итак, поехали. Первый продукт — это коктейль Wellness. Вы его уже, наверное, все знаете, потому что он у меня частенько бывает в заказах. Обожаю этот коктейль, именно ванильный. У нас есть два варианта коктейлей: один для контроля веса, а второй — коктейль Balance, Natural Balance. Я его люблю, потому что это классный, легкий, здоровый перекус, который можно сделать как с водой, с молочком, и это и вкусно, и полезно. Самое главное — здесь белок, которого так не хватает. Если у вас, кстати, вы заметили, портятся волосы, потеряли блеск, сечение появилось на волосах, то посмотрите, возможно, вы начнете пить коктейль, как я когда-то начала его пить, и я заметила, что мои волосы преобразились до неузнаваемости, и, кстати, они очень быстро начинают расти. И я назвала этот момент как голодные волосы. Может быть, кто-то смотрел видео, я сказала, если накормить наши волосы как следует, то они оживают, начинают расти и выглядят очень классно. Так, следующий продукт. Кстати, часто спрашивают, как его можно пить: в любое время, в обед, как перекус, на завтрак, на ужин, вместо ужина, и просто 2-3 раза в день, один раз в день, как вам удобно. Я пью обычно один раз в день, и то по самочувствию, то есть я чувствую, что хочется, что моему организму не хватает вот белка, и я его с удовольствием тогда пью. Следующий продукт — это астаксантин, потому что вот этот продукт у меня всегда должен быть в запасе хотя бы одна баночка. Почему? Очень здорово подстегивает иммунитет. Если я чувствую, что какое-то состояние, я его называю состояние нестояния, вялость, может быть, какой-то процесс, как заболевание начинает першить где-то, то я просто пью усиленную дозу астаксантина, не одну, как у нас в wellness пэке, а я могу сразу 5 выпить, и я чувствую, что как будто у меня энергия подстегивается. Но обращаю ваше внимание, что у астаксантина накопительный эффект. Если вы его постоянно пьете, то вот увеличение дозировки, оно сразу как будто подстегивает все ресурсы организма. А если вы первый раз выпьете, то, возможно, такого эффекта не будет. Поэтому не думайте, что это волшебная какая-то таблетка. Но, кстати, кто уже отметил, что эффект именно такой есть, напишите в комментариях, мне будет тоже интересно почитать, и я думаю, что всем зрителям это интересно. Много раз в жизни было такое, что начинаю заболевать, першение в горле, в носу, слезы, чихи начинаются, просто выпиваю на 10 килограмм веса одну, то есть мне надо 5 штук выпить, и 2 часа просто закутаться в одеялку, поспать, подремать, выпить горячий чай с медом или с малиной. Все, через 2 часа я как новенькая. И даже если вирус какой-то сильный, вот, например, как мы болели ковидом, то все равно астаксантин помог выйти быстро из этого состояния болезненного, хотя, ну, от вируса очень трудно избавиться просто так вот витаминами, но они здорово помогли поддержать организм. Вот. Следующий продукт — это уже мой повторный заказ — сыворотка с ретинолом. Сыворотка с ретинолом, она именно влияет на глубокие морщины. Если вы заметили, как я, например, что вот тут появляются морщины на лбу резкие, глубокие, то нужно пользоваться уже ретинолом вместе, желательно с комплексным уходом на VH. Я записывала отдельный ролик как раз про этот продукт Novage Procivaticals, это моя любовь. Там у нас несколько крутых продуктов. Мой любимый — это пептиды, когда нужно так быстро подстегнуть кожу, чтобы она стала упругая такая на ощупь и визуально красиво. Но ретинол — этот продукт, который влияет именно, ну, не моментально, а на протяжении 4 недель мы видим, как идет улучшение кожи. А можно пользоваться только на ночь. Если вы пользуетесь ретинолом, убирайте другую сыворотку,
пока отставьте ее в сторону. Закончите курс ретинола, введете обратно сыворотку, ту, которой вы пользуетесь под крема, и эффект очень классный, мне нравится, и отзывов уже море замечательных. Поэтому вот я себе взяла, пусть тут стоит, как будто много продуктов. Далее я заказала себе крем для рук Экла Нюэ, у нас такой есть аромат, и когда я начала пользоваться ароматом, я поняла, что это вот мой аромат, я в него влюбилась, мне нравится его теплота, женственность, сексуальность, может быть какой-то, можно даже сказать, такой навязчивость, но она такая сладостная, вы знаете, вот как, ну просто невозможно оторваться. Знаешь, что не всем этот аромат подойдет, это однозначно, потому что мы все разные, кому-то нужно воздуха больше, легкости, свежести, а вот у меня сейчас как раз такое состояние, наверное, возраст, да, уже такой, что мне хочется женственности, мне хочется вот этой вот глубины чувств и глубины аромата, и поэтому я однозначно решила, что я хочу этот крем для рук, и Экла Нюэ. Упаковка, конечно, шикарная, мне нравится форма тюбика, и крышечка напоминает краски акварельные, и вот так обычно делаю. Смотрите, он легкий, тоже уже пробовала, когда получила заказ, сразу же схватила этот крем и намазала руки, потому что я так его ждала. Вот он такой красавчик. И аромат и крем пахнут одинаково, мне это тоже очень нравится, поэтому я планирую этим кремом пользоваться не только на руки, но и на тело, потому что, как вы знаете, что крем вместе с парфюмом продлевает стойкость аромата, подчеркивает его, раскрывает глубину. Ой, как впитывается быстро, вот мне нравится, когда крем впитывается моментально, но это не всегда нужно, а вот когда быстро нужно, чтобы руки оп, впитался и осталась только мягкость и гладкость, то именно такой крем нам и нужен. А на кухне у меня, кстати, стоит крем такой жирный, густой, его нанесешь, и я еще долго его чувствую, но мне нравится, когда после готовки кожа контактирует с водой, она потом становится сухая, некомфортно мне, вот я очень сильно это чувствую, потому что у меня кожа сухая на теле, и крем меня реально спасает, именно такой вот жирненький, питательный. А вот такие легкие я люблю в течение дня, просто по ощущениям уже чувствовать, что ага, хочется ручки помазать, значит нужно мазать. И пятый продукт, тот, который я вам хотела показать, это вот такой спрей, новинка в серии Mint and Mood, где у нас масла, масла есть по 5 миллилитров чистые, которые нужно разводить с дополнительным маслом, и есть шариковые масла, которые я как раз использую. О, новинку, и быстрее ронять. В шариках масла у нас есть 4 масла, которые работают именно с эмоциями. У нас есть релакс, баланс, уверенность и энергия. Самые основные 4 эмоции, которые нужны. И, конечно, для меня очень важна эмоция спокойствия. Мне именно вечером я все время мажу себе масло релакс, я его вдыхаю, несколько вдохов делаю глубоких, мягких выдохов, таких не быстрых, спокойных, и я успокаиваюсь, потому что у меня постоянно идут процессы, работа с людьми, очень много общения, разговоров, видео, обучалки, то есть когда мозг часто бывает в напряжении, я очень устаю, порой что вот я уснуть не смогу без таких вот специальных церемоний. И когда я увидела в каталоге этот спрей, он именно идет и для тела, и для того, чтобы оросить помещение, можно на подушку распределить. Здесь у нас в составе сандал и лавандин, то есть как раз два компонента, которые успокаивают, и еще здесь есть лимон. И это чувствуется в шариковых маслах, там нет лимона, поэтому когда я открыла спрей и распылила его, на руку себе распылила, я вдохнула, сказала, это другое масло, потому что то, оно немножко рисковато, Миша, например, не нравится, потому что даже как-то, он говорит, как в церкви пахнет, да, есть такое, лавандин, это как раз то, что используют, да, вот в церкви для того, чтобы там люди пришли и успокоились.
Но этот спрей, благодаря тому, что здесь еще лимон, его можно просто вот в течение дня даже использовать. Он не даст такой эффект, что вы будете прям спать на ходу, нет. Но вот это состояние легкости, спокойствия, мне кажется, оно сейчас очень многим важно. По стойкости я, честно говоря, хочу сказать, что он не стойкий аромат. Я его вот чувствую первое время, а потом уже я его не замечаю. То есть он не стойкий, он не будет вас преследовать долго, но он сделает свое дело. То есть его задача — это навести порядок и гармонию, то есть чтобы успокоиться и дальше жить на позитивной волне. Я думаю, что это так. Здесь объем 100 миллилитров, хватит, я думаю, надолго. Вот теперь я его поставлю в спальне и буду распылять перед сном, на подушечку ложиться и медитировать, чтобы хорошо и сладко заснуть. Вот и все, такой маленький заказ, но, как видите, все такие продукты полезные. А почему так получилось? Потому что в четвертом и в третьем каталоге я сделала запасы, все уходовое для лица и тела, для волос, даже две новые помады мне прислали. Новая помада жидкая, матовая, серии On Color, я вам ее очень рекомендую, у меня восторг от этой помады. Наверное, если сравнивать ее с матовыми серии The One и Giordani, то те более некомфортно на губах, эту я вообще не чувствую, она идет с увлажняющими элементами, или как это, элементами, компонентами, и она очень комфортная, с ней губы вообще не чувствуют, что она на губах, ее просто как будто бы нет, а в то же время такой сочный цвет и такое точное нанесение без контура наносишь идеально помаду. Вот, прорекламировала, потому что действительно очень нравится. Я вас благодарю за внимание. Если видео полезное, ставьте лайк и пишите в комментариях, что вы выбрали себе из пятого каталога, что для вас в приоритетах оказалось, что понравилось, что из новинок решили попробовать. Делитесь впечатлениями, для нас это очень ценно, потому что я вижу, что люди читают комментарии, реагируют, и это полезно для всех при выборе продукции. Спасибо вам еще раз, до новых встреч! Сделаю красивое сердечко. Пока-пока.